Have you ever been disrespected? Forced to follow orders? Would you rather defy your masters and live by the creed of pirates? Are you ready to fight for the freedom to act as you wish? Calling all men of fortune, willing to pledge allegiance to no one. Calling all who are ready to defy. Assassin's Creed 4, Black Flag. Вы ведь не против, что я иду к вам? Лишь бы не путались под ногами. Боннет! Кажется, я понял, в чем дело. Тихо! Боюсь, они рядом! Назад! О, разделимся, чтобы сбить их с толку! Лучшая мысль за сегодня. Capillorum miras, saturata ventris fructus ad cardiaco. Roaca, vices en el estado. Buenos días, señor. Вы опоздали. Да, сэр, да. Прощения просим. Нас задержал капитан. Капитан Мендоса? Да, он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на повешение, сеньор. Правда? Я люблю казни. И я. Как скоро позвонят, пора. Пойдете с нами? Intenta despistarnos. Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично. Me recuerda observando la vista. ¿Poder es usted, joven? Tengo una carga de granito parada en el puerto, esperando que la descarguen. Сеньор, скоро начнется казнь. Главное не мешать. Да, вперед. No se pase por aquí, amigo. ¿Qué está tramando? Deténgase de inmediato.
señor, no vive su naturaleza violenta. Уже почти. Сюда. Сюда. Tenga su exuberancia, señor. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. Черт, уреалы, мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си-си, есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанина? Да, но сахар с Барбадоса, высший сорт. Мы доставили его в замок. Его хозяин затеял драку вчера, сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет, капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой, вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор, это Эль Тибурон, он человек губернатора. Niño tonto. ¿Por eso tus manos son tan insensibles? Qué pena. ¿Por qué? Отвлеки их. No puedes resistirte a mis encantos, ¿eh? ¡Vete despidiendo!
nada que... ¡Por ambos lados! ¿Creías que no te veríamos? Сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже. Вот приключение. Но нет, нет. Я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Эй, Боннет. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. Тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор.
Слишком уж я задержался. Пират Хедвей! Пират! Бегите! Que la guardia apreciará mejor. Tendremos que seguir un tiempo con tantas cosas. ¿Quieres tomar algo? Si te digo que... Sobrevivió a ese escándalo. Buenos días. Мистер Дункан Олфол из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Доброе утро. Не ошибусь, предположив, что вы Дункан? Все верно. Я так и думал. Вудс Роджерс. Польщен. И я.
Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале-маскараде у Перси. А, да-да. Назвала вас дьявольски красивым. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Джулиан, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолпл. А, Жюльен Дюкас. Надеюсь, вы не лукавите, переходя в наш орден. Ассасинов я не люблю, но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дункан? Со стариком встретимся позже. Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан. Так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. У одного из моих соратников было 9 пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Увы. Хорошо. Жду, когда пистолет будет вмещать 4 пули. Сейчас Марокко. У вас с моим другом в Англии. Джеймс Пакл. Он изобретает необычайную вещь. Манифик. Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. А, к несчастью, сломал их оба. Ага. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Два клинка, как положено, да? Точно, да. Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Я... Прошу, в ожидании вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. Без размаха. Быстро и четко. Покажите еще что-нибудь. Гениально, правда? Использовать стога сена как прикрытие. Боже, вот это да! Скрытность! Нельзя переоценить эффект неожиданности, так ведь? Особенно, если бить из-за угла. Ох, надёж, нет? Разрази меня гром, очень умно. Убийство в воздухе по-своему прекрасно. Хоть и привлекают внимание. Покажете?
Debe de estar borracho. Манифик. А возможно ли нанести роковой удар на бегу? Монзё, какой сильный удар! Чудес! Ассасины вас хорошо обучили, Дункан. Вы очень вовремя решили их оставить. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь, в Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в... И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор. Принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Или же быть повешенными. А, видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Удачи вам. Великий магистр. Господин Дункан Уолпл прибыл. Си. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты. Едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Инкрибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Наконец, все в сборе, и какое пестрое общество. Англия, Франция, Испания, граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры, тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Помните нашу общую цель. Вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью. Пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя Отца понимания. Приступим же. Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите, взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже 2 десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда.
и справедливость. Вот зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут, духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселленте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Губернатор Торрес, завтра рано утром будет ждать вас в гавани, около замка. Soy mucho más limpia que esas rameras inglesas. Es un ángel para la comunidad. Todo tipo de utensilios listos para cambiar de manos. No hace falta. Доброе утро, Дункан. Сюда. Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача! Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Свидимся, Боннет. Удачи. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, синдуда. Обсерватория – инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль.
Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Ассасины! Сверху! Они на крышах! Следите за улицей. Они могут быть везде. А тебе ловкости не занимать. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. А тебе ловкости не занимать. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Ноги прострелю. А тебе ловкости не занимать. Niño tonto,
Por eso tú... Не усложняй жизнь нам обоим, друг! Стой! Ноги прострелю! Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь губернатором. С одобрения нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпл. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Что ж вы так взбесились-то, а? Выручили, сэр! За Джеком не пропадет! Какая жалкая подачка! 1000 реалов за эти карты! Это что, всего 100 фунтов? И как человеку добыть состояние, если миром правят торресы? А вы никогда раньше не работали на плантации? Знаете что? Хотел бы я увидеть эту самую обсерваторию. Губернатор сказал... Это устройство для слежки за всеми людьми. Какая нелепость! Представьте, что такое обзавелась моя жена. А вы представьте, сколько это стоит. Продать нужному человеку, и я богатейший пират... приватир в Вест-Индии. Увидимся, Боннет. У меня в этом доме встреча с мудрецом. Личная.
¡Amigo mío, te tengo encañonado! ¡Puedo darle! Basta ya. Так как тебя зовут, вор? Меня?
Капитан, отвали! Грязная деревенщина! Где мудрец? Ты его отпустил? Нет, это не я. Кстати, очень жаль. Отвезти его в порт и в Севилью вместе с Серебряным флотом. Стойте! Я ведь привез вам карты! Да, привез. Но лишил нас Дункана Уолпола. Какой позор, право слово. Пропащий он человек, Кэролайн. Какое море, он и для суши не скроен. Уедет в Вест-Индию, а худо будет тебе. Отец! Отец! Пойдем, вставай, родной. Чертов скряга! Как он ошибается! Надеюсь. Но ты-то мне веришь? Ты ясно видишь. Большой корабль гордо заходит в порт, и я на мостике. Я отныне знатный человек. И из моих карманов градом сыпятся золотые дублоны. Я вижу. Cena, cómetela rápido. Голоден? Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Не повезло им. Морис, украдем бриг. Эй, бери, что нужно. Я мигом. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Так каков план? Освободить людей, потом найти быстрый корабль. Да, я отправляюсь за бригом, что стоит в порту. Но услуга за услугу. Поплывете со мной. Да за тобой хоть в пекло, друг. Vuelve aquí, necio sordo. Quieto. Los
prisioneros han escapado. Venga, ahí. No bajes. Вперед, парни! Если суждено утонуть, то не здесь. Тут рядом один брик, так он нас уже заждался. Идем на палубу. Готовься. Подойти к борту! Дэвид Джонсон, станете петь, недоумки! Сейчас будет буря! Он дело говорит! Вы поднимайте якорь! Вы к фок-мачте! Вы к грот-мачте! Обгоним этот ураган! Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов! Вряд ли! Слишком медлительны!
стреляют! Отдавай любые приказы, друг. Будет нелегко. Парни знают свое дело. Справимся. Убавить веселя! Все наверх! Бомбрам все убрать! Веселя отдать! Вперед! Больше парусов давай! Меньше ход! Чтобы без сюрпризов. Вряд ли, слишком медлительны. Мимо, стоим надежно? Заблагают! Отдавай любые приказы, друг. Будет нелегко. Парни знают свое дело, справимся. Блин! Проклятие! Стреляют! Я вижу! Держись, ребята! Приготовиться! Тайфун! Обойдем его! Блин! Нет! Готовы бить, сэр! Мы сейчас развалимся на части, капитан! Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов. Вряд ли, слишком медлительны. Залп! Черт, мимо! Отдавай любые приказы, друг. Будет нелегко. Парни знают свое дело, справимся. Блин! Нет! Готовы, сэр! Берегись! Я вижу! Дело дрянь, похоже. Держи ровно, друг. Это, надо уходить от чудища. Заливает!
уже близко, капитан. Видит Бог, едва вырвались из пасти Нептуна. Я Эдвард. Спасибо, что помог мне. Адевали. Бывал на Нассау, Адевали? Еще нет. Да, ну и потрепало его. Он мне нравится. Все на ют, парни! Плывем домой! Я уже решил, Аде. Пусть будет галкой. В честь ловкой птицы из моего детства в Суонси. Ловкая птица, а? Скажи, тебя задело, что я взял Брик себе? Я привык к такому обращению со стороны тех, у кого светлые лица. Верно. Тебя бы мало кто признал как капитана. Так какая должность загладит мою неловкость? Буду квартирмейстером. Не меньше. Пусть так. А найдется ли у квартирмейстера совет для его капитана? Стоит высадиться перед Нассау, набрать воды, сходить на охоту. Что ж, резонно, друг. Решено. Будем искать спокойное место. Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них все еще тлеет. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвались. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, нет вообще. Жерло нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своем оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии.
Взводы отдать! Вперед! Лисели поднять! Ловим схват! Спустить все, кроме гротов! Поднять лисели! Отдать все! Вперед! Капитан! Поднимаем все паруса! Подобрать паруса! Отдать гроты! Все наверх! Поднять паруса! И... Ударим по ним здесь, Кэп! Готов стрелять, сэр! Спустить бомбы Брамселя и Барселя! Черт, вы спятили! И... Готовы! Только свистните, капитан! Удар серьезный! Бомб корабля в щепки! Спустить все, кроме грота! К бою готов, сэр! Уходят. Почти стреляйте готовы, сэр! Теперь мы трупы! Гроты, бросок! Но
вон тот красавчик мой, парни! Эй, сладкий, иди сюда! Вперед, Дашка, хороший! Живей! Можем улучшить корабль. Отдать руки! По ветру! Все паруса! Марсели и бомбрамсели! Слева! Погода к черту! Добыча! Столкновение! На реи! Спустить паруса! Рота убрать! Быстро! Еще паруса отдать! Наполни каждый дюйм! Паруса отдать к ветру! Накидывай! Рифы на фоке! Поймаем ветер! Седлаем ветер! Веселя отдать! Хороший залп нам поможет!
Пли! Жду приказания! Кэп, удачная позиция! Сам! Уже скоро, сэр! Пли! Попали, сэр! Пли! Они уязвимы здесь, надо бить! Пли! Подходящая дистанция! Пли! 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 Держите штурвал, сэр! Спустить паруса! Ловим ветер! Приводим к ветру! Уходим от скал! Ну что, черти, устроимся! Поймать ветер! Наванты, живо! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Давай, красотка, расправь крылья! Спустить промселя и бомб промселя! Отдать гроты! Трави! Трави! Убрать все паруса! Живо! Капитан в море! Вот повезло, так повезло. Субтитры сделал DimaTorzok.
Эй, капитан, все нашел? Моим исканиям нет предела, друг. Но я смастерил себе кобуру. Теперь мне нужен для нее пистолет. Вот. Из трюма, как ты и сказал. Чуть больше трубки. Но сойдет. Ну, мы отдохнули? Или же постоим еще? Поднимем якорь. Команде не терпится попасть в цивилизацию. В Нассау нет цивилизации. Зато там можно повеселиться. Попади же ты уже! Бли! Бли! Ну что, за абордажные крюки? Только скажите, кэп! Бли! Он идет ко дну! Образцов ветрей к ветру! Работаем, черти! Наполни каждый дюйм! Отдать черт, мимо! К бою готов, сэр! Спустить промселя и бомб промселя! От ветра! Все паруса, парни! Мимо цели! Блин! Проклятие! Последний чистит нище! Похоже, враги, сэр! Сауга! Стреляйте вон туда! Блин! Бой готов! Разобьете корабль, Ганой! Нас задели! Образцов ветрей к ветру! Ох, Нагитовы! Мы их ударим! Тащим их в преисподнюю! Сегодня спать, мы на дне!
сэр! Справа! Рифить все марселя! Марсели, гроты у... Еще паруса отдать! Все... Рифи марселя и промселя! Капитан на мостике. Пойман! Пустить бомбы Брамселя и Марселя! Убрать гроты! Зарифить Брамселя! Давай, капитан Вонючка, скажи, что я арестован. Ну скажи! Твои братья? Давай, беги, псина, беги к хозяину! Да, мы все были приватирами, пока шла война. До встречи! Мебель по офису не ездит.
нам удалось сохранить постоянно. По правилам. Их не просто так придумали.